поздоровайся. Всем привет. Ребят, всем привет. Не знаю, как будет по шуму, по ветру, потому что шумит ужасно. Смотрите, как выглядит небо, ребят. Это что? Как ты будешь сложиться? Мы отдохнули. Сейчас уже 6 часов вечера. Мы решили, что нам нужно сходить на пару часов на море позагорать. Ну, с загаром сейчас будет туго, потому что посмотрите, как выглядит небо. Это центр Кирилловки. Это не коса, то есть мы уже в который раз и постоянно в центре. Вкусная, воздушная, сладкая вода. Юрчик любитель молочных коктейлей. Выпил шоколадный, вкусный. А где Маринка? А где мама? А где Марина? А, вон ушла. А? Купили. Я взял GoPro, думал поснимаю под водой, но я, наверное, не полезу. Купили дыньку, сейчас будем есть. Вань, сейчас улетит. Сейчас. Давай, насыпишь. Положи дыньку. Давай. Ты уже проголодался? Бедненький. Чтоб не похудеть, да? Не дай бог. Медузы, смотрите, люди выбрасывают медуз на берег. И лежат вот такие кучи слизней. Вроде не шевелятся. Ну, я не знаю. А? Тут небо просто черное. Красота. Да? Ваня, Марина сначала сделала хвостик и сказала, с хвостиком плохо. Сделала ему гульку. Он отпускает себе вот эту прическу, чтобы вот здесь сделать хвостик. Но пока у него не хватает волос. Да, Ванюш? Ты полезешь купаться, Вань? Нет. Нет? Мы только что так хорошо отдохнули. Мы пришли в номер в 12 часов. Завели будильник на 3. Ну, поспать до 3. А проснулись в 5. Так что отдохнули. Отлично. Ну, а так, я не знаю, мы... А? Где? На горке? А ты сейчас прям пойдешь? Ну, пошли, раздевайся. Ой, медузы бедненькие. А? Ты идешь, да, Вань? А она работает? Может, она уже не работает? Нет, все, сдуют, смотри. Они боятся, сейчас будет шторм, они уже все ее сдуют. Ты опоздал. Завтра... Завтра попрыгаешь, Вань. Куда мы завтра идем? Лунопарк. Нет, лунопарк сегодня. А завтра? Не знаю. Куда мы едем? В аквапарк, вот туда, Вань. Там горки, 1 000 000 штук, будешь целый день прыгать, сколько хочешь. Ну, где все? Ты уже большой, тебе можно на любую горку. Плавать умеем. Ну, плавать умеешь, и рост там уже высокий, так что... Немножечко я не успел. Ага. Все сдуется, Ванинета. Да как-то вот из-за погоды, смотри. Боже, как выглядит небо, глянь. А? Сейчас повалит дождь. Гля, она прям... Ветер, так непонятно, ветер дует оттуда, а туча идет сюда. Да! Кто смотрел сериал «Отбросы»? Сейчас будет та же ситуация. И мы станем супергероями, да? А? Там било стрельцами. Так да, вон смотрите, вот там небо светленькое. И тут даже вот тучек нету. А тут прямо налезет. Хочется дождаться прям дождя. Ой, как красиво. Да, ага. Я заснял. А? А тебе какая нужна суперсила? Съедать в 2 раза больше? Да, и тут куда нет.
Красота. Вань, ну зачем ты это делаешь? На, мам, положи вот. Даже при такой погоде чайка не попьешь. С креветками. А. Да, я же говорю, как-то наступает прям туча, и она... Я не знаю, кто знает, как такие тучи называются. Мне кажется, у каждой тучи есть свое название. Вот они прям такие тяжелые. Полоска, а за ним прям все черное. А? Ты дыньку будешь резать, Марин, да? Я буду дыньку снимать. Не надо. В воде, в соленой, Лучше режь немытую. Трещина. А? Ага. Пончики носят. И... Давай сам, Вань. Получится? Сам, Вань. Опа. Да, сейчас будет шторм. А, да, да, прическу надо поправить. Лицо надо какое-то не... О, да, лайк, лайк. Я, наверное, в группу Вайбер, да? Наверное. Вообще вкусная дынька. Угу. Усы колотить. Летить, колотить. Уходить? Все, пошли. Так, вот эта белая полоса, она, смотрите, как-то опущена. И за собой тянет черное небо. На почве я проголодался. А еще ты отрежешь, маман? Ой. А ты будила, говорила, пошли на море. Лучше бы еще поспать. Вообще-то было полпятого. Вообще-то... Я эту штуку никогда в жизни не побачил. Вообще-то мы на море приехали отдыхать. Можно поспать в номере? Я согрею салат. У мячик. Нет, Вань, кусай. 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 Я вчера в видео рассказывал, что... Вчера в видео рассказывал, что Ваня ничего не ест. И вот смотрите, ребят, мы едим вкусную дыньку, а этот обормот... Нам страшно, мы едим вкусную дыньку. Угу. На! 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 Да что ты хочешь, на? Боже, ты тузик, что ли? Боже, ребят, это что-то невероятное. Я такого никогда... Нет, я никогда так не наедался. Я вообще... Только офигел вообще. Нет, ну ты видел? Гля, как красиво. Я опять хочу есть, представляешь? Это все стресс, нервная почва, да? Нервная почва. Но тебе надо срочно поесть, ты немножко подхудел. Да. А? Они не выкачивают воду. Нет, оставят, да? Просто сдают. Кошмар. Вань, возьми, выкинь. Я шучу так, мне суточки такие. Куда выкидать? Ну, вон пакетик. Сейчас, когда начнется дождь, мы закажем шар и спрячемся в нем. Когда дождь начнется, да? А он тут все. Все убегают, смотри, чайки. Ля, чайки как мусор в небе. Ля, сколько чаек прилетело. Вот это, боже, как это... красиво, глянь. Это шторм сейчас опять Кирилловку начнет топить. О, нет. В смысле топили? Неделю назад утонула Кирилловка по колено. Нет, куда что ли? По колено, Вань, где у тебя колено, во, по колено, он показывается вот так.
Да. Да небо какое красивое. Все убегают, быстро, быстро линяют с пляжа. Нет. А там он, смотрите, уже светлая, дождь начинается, ребят. Ребят, все, мы пропали. Страшно как, мы... Юр, тебя еще молния не попала, но ты уже как супергерой стоишь. Ну, мама, так как-то странно, с этой стороны все черное, а сюда, посмотрите, сюда все светленькое. Так там белое тоже. Да. А. Рассосалось? А что так темно? Действительно перейдет? Ой, какие красивые тучки. А? Красиво. Ну, погода зато не купательная. Я не знаю, как мы завтра будем тут отдыхать. Сейчас? Нет, я хочу дождаться, пока мы... Пошлите в лунопарк. По колено пока будет погода. В лунопарк пошлите. Сейчас? Да. Нет. Парк, а вот ту штуку. Понял. Ну все, ждали шторма, а его нет. А его нет и нет. Нет и нет. Зря на море приехали. Немного скажу. Ну да. Какие-то люди вокруг нас бегают подозрительные. Ты ей сказал? Ну. Все куда-то убежали. Все убегают, ага. Ой. Смотрите, это, как крутят облака. А сюда есть удары, я думаю, до нас дотянутся, да? Не знаю. Ну, вообще красивое небо. Это торнадо будет. Да? Закручивается. Все, смотрите, как налезло и вот полезло туда. Ох, и тяжелые тучи. Ой, сейчас будет стрелять. Молния. А там уже, наверное, идет дождь, да? Да. Вон, большой. О, нет, нет, да. Пришла посмотреть на погоду, да? Так она дохлая. Аня, живая. Скоро будет дохлая. Ну, да. В общем, готовимся к шторму, да? В смысле? Мы идем беля лунопарка. Я готовлюсь к шторму. Еще есть поесть. Что есть поесть? Ну. Не готов к шторму? Ну все, ребят, если будет шторм, я вам обязательно его засниму. Ну а пока это просто вот такие страшные тучи, которые на нас налезли. Люди все разбежались, пляж освободился буквально за 20 минут. Да. Реально все убежали, все просто поубегали. Обычная хорошая погодка, дождевая, да? Ваня говорит, хейтеры убежали. Ну все, ребят, ждем. Ждем или солнышко, или дождя. Я не знаю, что мы ждем. Куда бы мы ни шли, но пока погодка не радует. Все, всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.